Благотворительную акцию, приуроченную ко Дню инвалида, провело региональное отделение партии «Единая Россия». Им детям с ограниченными возможностями здоровья провели бесплатный концерт в Алания Синема. Ребята и их родители... Простите, ребята и их родители посмотрели мультипликационный фильм «Энканто». Всего участниками акции стали 40 детей со всех районов республики. Кинопоказ организовали в рамках партийного проекта «Крепкая семья». В рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» организовывается ряд мероприятий. Это и посещение людей с ОВЗ на дому, с подарками, не только в городе Владикавказ, но и в районах нашей республики. Хочется выразить благодарность всем родителям, которые на протяжении всех лет выполняют титаническую работу.